В Рязанской области завершился подсчет голосов на выборах в областную думу, которые прошли с 11 по 13 сентября. Согласно официальным данным, свой голос оставить пришли 32,49% избирателей. Губернатор поблагодарил за проявленную гражданскую активность всех, кто принял участие в выборах. Я искренне благодарю всех, кто участвовал в организации выборного процесса. Благодарю жителей Рязанской области за то, что приняли участие в голосовании, за поддержку партии «Единая Россия», за доверие ко мне, как к лидеру списка партии. Теперь предстоит большая серьезная работа по улучшению качества жизни жителей Рязанской области. Со своей стороны, как губернатор, я сделаю все возможное. Как отметили в избиркоме, голосование было организовано с соблюдением всех законодательных норм, без серьезных нарушений. Главной задачей было обеспечение свободного волеизъявления граждан. Всего в избирательную кампанию Рязанской области поступило 14 жалоб. По всем обращениям были проведены проверки. Заявителям даны ответы. В день голосования, если говорить об агитации, была смс-рассылка в пользу одной из политических партий. И там была определенная конкретика в этом обращении, был номер телефона, с которого поступают эти сообщения. Мы вчера провели заседание комиссии незамедлительно и также направили представление в МВД. По количеству голосов лидирует партия «Единая Россия». За нее проголосовали, по предварительным данным, 47,65% избирателей. Второе место у партии ЛДПР – 11,99% голосов. 9,7% избирателей проголосовали за КПРФ. Валерий Седов, Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».